что они входили неоднократно. Уже две недели назад занимали господствующие высоты, освобождали их и так далее. Вообще здесь существует очень важный вопрос, на который мы все с вами должны ответить для себя. Чего мы хотим? Где мы хотим создать этот пояс безопасности, если мы вообще его будем создавать? На своей собственной территории и ждать, пока они опять придут в наши села, захватят села Дагестана, либо в Ставропольском крае, опять будем бомбить своих, свои родные дагестанские села бомбить будем, так что ли? Я думаю, что это нецелесообразно. Значит, военные будут выбирать свои позиции так и там, где это выгодно, с военной точки зрения.